люди пришли кататься на коньках. Вдвоем. Холодно. 3 градуса. 3 градуса, да? Да. Я хорошо, да, катаюсь? Да. Давай, покажи, как тебе. Я вот как они, например. Как они? Давай вот этот прыжок сальто, или как он называется? Лунный прыжок. Он уже 3 раза упал. Да, а я только 1 раз, и то из-за него. Кто-то кому-то делает предложение, и все едут туда, и мы, конечно же, тоже. Мы как эти, да, вещатели новостей. Разгоняйся в толпу, давай. Ты только останови меня. Черные точки. Вот. Мистеру Икс все интересно. Вон они, кстати. Тут отходить от вот этих от катка опасно. Я это сделала. Где-то тут наш клад спрятан. Клад. Все. Ноги чуть-чуть попали. Всем привет! Я этот принесла девчонкам булки подкрепиться. А то что-то смотрю, не кушают ничего. Да я залью, сейчас еще.
сейчас вверх. Алья чай наливает. У Даши Mortal Kombat. Саша куда-то пошла. Вот булочки. Кексы. Кексы, кстати, вчерашние мы на Медео не доели с мистером Икс. Чё, Даша, рассказывай. Чё рассказывать? У меня 14 подписчиков. У нее 14 подписчиков. И каждый из вас может стать 15. Ссылка будет в описании на Дашин канал. Кстати, я смотрела, у тебя там уже много просмотров, да? Больше просмотров вот таких популярных слов. Я видела, у тебя там просмотры 200, что ли, было, или... У меня на видео SMD, который годит по-корейски. Ты тоже что-то просмотрел. Зарина пришла на One Minute. Да. Булочки. А, да, класс, я уже жадно ела. А, да? У них тут всегда елка стоит круглый год. Да. Круглый год, да. Новый год. Вот и опустела беседка. Никого, ничего уже нету. Грусть. Даже эти, да, сняли? Увидела на весах, что я похудела, и решила сделать еще булочек. Эти с корицей, эти с маком. Только что с духовки достала. И вот еще. Ну, мультфильм потом будет. А сейчас по ночам поспи. Мама тут разговаривает с Рустемом по телефону. Обсуждает Рушку. Сегодня девчонки еще так аппетитно ели мои булочки, что я решила их себе еще раз сделать и съесть. Я очень рада. То я даже не попробовала вчера. Мне не так, все там же. Так, со всеми перетер. Он просто операцию сделал, ему телевизор нельзя смотреть, ему скучно. А ты что, операцию сделал на глаза, да? И что, как? Теперь он видит все недостатки людей. До какого момента? Вообще, я тебе еще хочу сказать, ты знаешь, что как бы это для тебя... Ты вообще не напрягайся какое-то время. Он по жизни не напрягается. Не тяжелое поднимай. Ну, какие-то такие вещи старайся, не это. Всем-всем привет. Всем-всем. Всем и всем, в общем. Мы приехали в аэропорт. Мы летим в Астану, да? Ты летишь. Я лечу в Астану. Пока летела, встретила, вот, Карине передаем привет. Привет! Ну, не мы золотой, золотой. Мы в холодной Астане, и все вместе. Родные вы мои. Спасибо. Летела я с Карининами родственниками, вот так решили передать тебе привет. Дамира и нашему шеф привезла внуку киндеры вот такие. Первый раз, кстати, вижу такие киндеры, яйца. Уже все показала, мы уже с ней поговорили, новости обсудили. Это бабушка Каринина. Сейчас жду Рустема, он должен ко мне сюда подойти. Холод в Астане. Со мной в самолете летел Беркут, Каринину родственники, и какой-то джентльмен, который мой чемодан засовывал наверх, а потом доставал оттуда вниз. А потом еще, когда по лестнице спускались в аэропорту, он тоже хотел взять мой чемодан. Я говорю, ладно, не надо, я сама. Нормально, все нормально. Бежит, бежит. Обливается сейчас. Эй, ну я не хочу. Чего? Стать звездой твоего канала. Чувак из холодного города.